Всем привет, и сегодня я расскажу про моих новых муравьев Ectomamyrmex javanus. Поехали! Купил я их на выставке ярмарки насекомых, которая проходила в субботу и воскресенье в Москве. Первое, что хочу отметить, что эти муравьи довольно немаленькие. Одна рабочая особь где-то чуть больше моего ногтя. Еще я заметил, что эти муравьи довольно спокойные. Как пример приведу муравьев-жнецов. Как только до них дотронешься, сразу же начинается кипиш, паника и тому подобное. Вот у джаванусов все наоборот. Хоть ты переставляй их формикарий, хоть делай еще что-то, они все равно не шелохнутся. И точно так же происходит и при охоте. Все гнездо совершенно спокойно, кроме охотников и нижней части, которая подключена к арене. Кстати, давайте поговорим об охоте. В качестве корма я даю джаванусам тараканов. И так как они довольно быстрые, мурашки просто не успевают среагировать. Конечно, потом добыча оказывается в их жвалах, но это занимает довольно много времени. В содержании дальше особо интересного уже нет. Гипс увлажняешь раз в неделю, арену увлажняешь раз в неделю и готовишь сахарный сироп. В пропорциях 4 кубика воды на 1 кубик сахара. Первое кормление сладкой жидкостью они не особо хорошо восприняли, а именно забросали в крышечку с сиропом кокосовый субстрат. Вроде на второй раз все пошло как по маслу, и они начали пить. Это был лишь поверхностный обзор, а именно первые впечатления о муравьях Ectomamyrmex javanus. Всем пока! А кто хочет, может посмотреть на кадры охоты на таракана.